Юху! Свадьба проходит не в Лондоне. А где проходит свадьба? Поместье Уиндзор. Сейчас мы идем на очередной маркет. Называется South Bank Center Food Market. Ну, на самом деле ничего примечательного. Просто много вкусной еды. Будем пробовать. London Eye, Royal Festival Hall, и под ним находится Food Market. Такая задача, у каждого по 15 фунтов, и на эти деньги мы должны попробовать различные блюда, как можно больше, как можно разнообразнее, интереснее. Погнали! Давайте смотреть, что здесь есть. This one is a carrot. Давайте попробуем cherry lemon. Здесь десертики. О, а здесь бургеры из рогатой хрюшки. Это африканская кухня, Эфиопия. Карри. Hi, is it spicy? That one's hot, that one's mild, that one's medium. Okay. All chicken. Это вот супер острая. Это средняя, а это нет. Они сказали, что это средней остроты, но это не острое вообще. Очень горячее. Сед язык отжег. Вкусно? Ренат пробует острое. 6.50 за сворцию. Гарри с рисом. Это острое? Это уже острое. Нравится тебе такое? Мне просто в последнее время острое нравится. Любишь погорячее? Здесь десерт. Бургеры. Здесь вот картошку фри делают из свежей картошки. Через пресс выдавливают и потом жарят ее. Таким же способом в Амстердаме готовят картошку. Для них это национальное блюдо считается. На самом деле мы не всегда руки протираем. Давай попробуем. Вы когда-нибудь пробовали бургер с креветкой? Выглядит аппетитно. Они попытались сделать более полезную версию бургера. Добавив креветки, авокадо, любую зелень. Честно? Обычно капец вкуснее. Видели, как она жадно пожирает его? Ну все, я половину своего бюджета потратила уже. Ренат, сделай свой выбор.
хочется сказать, что люди сюда просто вот семьями приезжают на выходных и кушают. В общем, Ренат остановился на Greek Street Food. Почему? Почему твой выбор пал на греческую кухню? Много слышал о ней? Давно хотел попробовать. Юми! Пойдем кушать. Фуд-фото обязательно. Это курица. Это биф, говядина и баранина. А это не курица. Это сыр какой-то обжаренный. Да, это сыр. Овощи. Это соус острый, это сладкая горчица и лепешки. Ну, я думаю, по твоему довольному кивку понятно, что... Ну что, из 10 семерка. Выглядит? Да. Так как у нас остались еще деньги, мы решили поехать в другое место. Оно называется Динерама. Че, погнали? Вместо того, чтобы пойти по лестнице вверх и выйти вот на эту остановку, мы сделали какой-то нереальный круг. Под мостом прошли, потом поднялись наверх, оказались на той стороне, потом спустились по туннелю вниз, и вот с того туннеля вышли сюда. So much, I know you can't take it, but that's the... То есть лайфхак такой для тех, кто хочет сэкономить. Не обязательно брать туристические автобусы. Можно сесть на такой же городской, который едет по центру, и также рассмотреть все главные достопримечательности города. And the people from the start need to greet the new us, because we're on to something new and I'm loving it. Yeah, we're on to something new and I can never get enough of it. Мы нашли классное место в Лондоне. Все, кто любит поесть, все, кто приезжает в Лондон, обязательно посетите это место. Называется Динерама. Идем пробовать барбекю чикен. У нас 8 фунтов, и стоит это 8 фунтов? 6. А, это 6, то есть у нас еще 2 фунта. У нас 2 фунта, но нам этого не хватит. То, что мы еще хотим попить, что мы хотим. Нежная курица. Острая, нежная. И чипсы. Ну, таких вкусных не ел. Ты мне так в любви не признаешься, как ты признаешься сейчас с этой курицей. Я не верю. Ребята, это очень вкусно. Курица просто божественная. Сочное мясо. Приготовлено в барбекю. В меру остренькая. Всем рекомендую. Купили два сидра, это еще 9 фунтов 70 пенсов. Душевно поели, выходим. На самом деле это не так легко, как вы думаете, столько кушать, но что не сделаешь ради интересного материала. Ты думала, легко быть блогером? Друзья, спасибо, что смотрите нас. Не забывайте подписываться. Не забывайте ставить также лайки и делитесь ссылкой на наш канал с другими людьми. Another way.